Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, звонили пенсионерам на домашний телефон. Затем в криминальную схему включался сообщник, представляясь работником кредитной организации. Он убеждал собеседников, что деньги на их счетах находятся под угрозой, поэтому надо обналичить сбережения и передать на хранение. В результате оперативно-розыскных мероприятий московские полицейские задержали двоих подозреваемых. Выяснилось, что они выполняли указания своих анонимных кураторов. Аферисты забирали у пенсионеров деньги и переводили их соучастникам. Часть похищенного задержанные оставляли себе в качестве вознаграждения. Причиненный пожилым гражданам ущерб составил более 2 миллионов рублей. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности.